партнер со стороны ног. Обычно надо заманить его на себя, чтобы он, как бы тяжело работать. Да, мы его вытягиваем на себя, чтобы он потянул и незаметно вставляем коленочку вот сюда. Вытянули коленку, вставили его сюда. Вот этой ногой подрубаем сюда, а эту вытягиваем. Если он на вас сам хорошо набрасывается, это еще хорошо, да? Вот вы сюда коленку вставили. Смотрите, вы не сидите, ноги не расслаблены. Вы не лежите. Все время вот можете двигаться. Вы ноги собраны, вы в комочке. Да, выманили. И продолжайте. Простое упражнение, но попробуем так. Мы ногу коленом внутрь, не в грудь ему вставляем. Вот здесь немножко гибкость суставов. Вы должны вот такое вот упражнение, да, делали на разминке все время. Вот у вас коленка должна и вниз живота, вот где складочка. Вот сюда. Вот вы вставили. Да, вы себя затягиваете. А здесь, чем ниже, тем тоже проще погрузить под коленку. И ноги здесь работают. Этой ногой вы отжимаете, как будто его в момент подрезания, а этой как будто подрезаете. Еще раз. Живот отрезали. Забрали. Вот эта складочка под животом, между ногами и животом. И нога, вот эта часть, поперек, вот вдоль пояса. Давайте еще раз попробуем. Еще раз. Секундочку, еще раз попросили. Давайте еще раз. Натянуть, разгрузить ноги, чтобы легче их было. Если он будет сидеть на ногах, вы их не подрежете. Обязательно на себя вытянуть. И потом движение